Идет строительство социальных объектов, благодаря которым жизнь славянцев, прежде всего юных, станет еще комфортнее. Возводятся новые объекты и делается капитальный ремонт на уже существующих, а также благоустраивается приозерная территория, чтобы все отвечало самым современным требованиям. Контроль за проведением работ осуществляется постоянно. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с прокурором Славянской межрайонной прокуратуры Андреем Мищенко и представителями всех заинтересованных служб побывали в первом детском саду, где идет капитальный ремонт корпуса. В нем будут размещены две ясельные группы, всего 40 детей. Работы очень серьезные, от старого здания остаются только стены, все остальное полностью обновляется. Начальник управления капитального строительства Денис Лях рассказал об идущих работах. Это капитальный пол тоже, да? Все. Пол, конечно, да. Усиливаются фундаменты, стены, сетка армируется, штукатурятся, новая кровля с антисейсмичными пояса, новые полы. Ну, все полностью, считайте, новое. Продвигается строительство детского сада на 320 мест в районе Северного парка. Открытие этого большого детсада позволит обеспечить местом в дошкольном учреждении многих славянских малышей, прежде всего ясельного возраста. Объекту уделяется повышенное внимание. Активно идет работа и по благоустройству экотропы «Утиные плавни» на озере Толока. На живописном приозерном участке оборудуются смотровые площадки и пирсы. Здесь будут устроены освещения, озеленение и места для отдыха. Глава Славянского района подчеркнул, что необходимо все делать качественно, укладываясь в намеченные сроки. И качество, и сроки. В зиму не заползаем, сдаем. Люди радуются, дело хорошее сделали. Будем вас рекламировать. Дальше берите объект. Не надо его закончить. Работы на всех объектах должны быть выполнены с неизменно высоким качеством. Добиваться положительных результатов помогает постоянный контроль.